Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами, притчами мира. Притча называется «Право святых». Однажды индийский мудрец Нарада шел к месту паломничества в храм бога Вишну. На ночлег его приютила одна бездетная семья. Наутро хозяин обратился к Нараде с просьбой: «Ты собираешься в храм Вишну, попроси его, чтобы он послал нам ребенка». Нарада попросил бога: «Смилуйся над этим человеком и дай ему ребенка». Бог ответил тоном, не допускающим дальнейшего обсуждения: «И этому человеку не суждено иметь ребенка». Нарада закончил молиться и вернулся домой. 5 лет спустя Нарада вновь совершил паломничество и вновь переночевал у гостеприимных хозяев. На этот раз он увидел 2 маленьких детей, игравших у порога хижины. «Чьи это дети?» – спросил Нарада. «Мои», – ответил хозяин. Нараде захотелось узнать всю историю, и человек рассказал: 5 лет назад, сразу после того, как ты ушел, в нашу деревню пришел один саньясин. Он переночевал в нашем доме, а утром перед уходом благословил меня и жену. И вот плоды его благословения». Добравшись до храма, Нарада сразу же обратился к Богу: «Ты говорил мне, что тому человеку не суждено иметь детей. Сегодня у него их 2. Бог рассмеялся, услышав эти слова. «Это должно быть проделки святого», – ответил он. «У святых есть право менять судьбу». Вот такая притча, она называется «Право святых».